Всем привет, дорогие друзья, с вами Слидок, и сегодня мы будем в VR. Сегодня будет туториал по поводу того, как скачать игру Cat Tag на ваш Pico 3 Neo, ой, Pico Neo 3 или на Pico 4. Сначала нам нужно скачать VPN, потому что если мы без VPN зайдем в магазин и введем Cat, то у нас... А не там еще. Еще просто Cat. У нас будет поиск, но у нас Cat Tag не найдется, то есть его просто здесь не будет в каталоге. Первое, что мы делаем, это скачиваем VPN, любой, который угодно, но мне удобнее пользоваться Planet VPN, если что, это не реклама. Просто подключаемся. Фактически он уже подключен, просто с ним какая-то проблемка вечно происходит. Заходим еще раз в магазин, пишем Cat, и вот Cat Tag у нас появился. Даже какие-то там другие игры были. Вот, как видите, он у меня уже скачан. Номер 4 из бесплатных, то есть это самая почти лучшая игра на VR бесплатная, которую можно скачать сюда. Как видите, вот она у меня скачана. Давайте я запущу, немножко побегаю, покажу вам, что это вообще за игра и что она из себя представляет. Хотя, я думаю, вы знаете. Так. Вот. Все. У нас все работает, у нас есть лапки. Давайте, наверное, побегаю немножко. Давайте пойдем туда, потому что там... У нас режим тег, я его не очень люблю. Мне не нравится, мне больше всего нравится покурить. О, у меня сейчас руки прогрузились, видели? Так, идем сюда. Здесь уже какие-то челики бегают. И сидятся. А мы пойдем на другую локацию. Тут тебя обычно отталкивают, чтобы я именно приземлился в воду, а не там на землю, чтобы потом еще, блин, 8 лет... Ой, вы видели, да? Пролагало опять. Ну, это такое бывает. Шлем просто не вытягивает такое. Ну, вытягивает, но с некоторыми фризами при загрузке. У нас челики уже летают. Я стал обычным котом. Тут можно просто бегать, веселиться. Тут как бы другая карта просто, и все. Тут вроде всего две карты есть. Это вот это вот с кораблем. И другая уже с, типа как с джунглями. Каким-то образом я стал лавовым челиком. Видно, что немножко лагает, потому что игроков много. Как видите, они все прыгают, бегают, это, естественно, нагружает все это. И про лаги есть, конечно. Ой, блин, успел схватиться. Думаю, вам понравился данный видеоролик или туториал, как установить Cat Tag на свой Pico Neo 3 или Pico 4. Блин, спасибо вам за просмотр. Думаю, в следующем видео я расскажу, как перепрошить Pico Neo 3, если у вас какая-то есть с этим проблема, более доступным языком, и помогу с проблемами, с которыми столкнулся лично я. И, в принципе, помогу вам еще с настройкой для записи Pico Neo 3. Думаю, некоторые сами могут найти, но думаю, такого еще нет на YouTube, поэтому буду записывать. Ну ладно, ребята, всем пока, желаю вам удачи и хорошего вам дня.